Итак, я сейчас в мастерской, и у меня здесь очень много незавершенных дел. Во-первых, вот эти работы. Это мне нужно тоже доделать. Там наверху сохнут работы. Снимала урок. Эта рубрика, наверное, должна называться «Как профессионально портить работы», потому что у меня столько экспериментов. Но, как говорится, если бы я столько работ не испортила, наверное, ничего бы из меня не получилось. Диптих, который с черным, получился так себе и требует еще доработки. И эти две большие работы тоже, если честно, пока не вау. Но надеюсь, что так потихоньку буду вам показывать, как в процессе создаются классные работы.